кстати, я вот буквально полтора часа назад заходил в магазин, и я понял одну особенность. На самом деле, можно купить алкоголь, если у тебя усы и борода. Если у тебя нет усы и бороды, тогда у тебя попросят паспорт, тогда тебя развернут и ну, ничего то есть, не подадут. Школьники, у меня проблем не возникло, например. Я понял, в твоем возрасте, да, а вот те, кто заканчивает сейчас школу, если это дагестанские москвичи, так называемые вот, школьники, то у них проблем тоже нет. Я думаю, априори. Okay. Априори, у них априори все нормально. Ну да, им уже с третьего класса продают. Как минимум. Как ты, скажи, танцевал этот последний вальс там на звонке своем, не помнишь? Я помню то, что я на последнем звонке таскал на плечах девочку с колокольчиком. Да ладно, это был ты? Да, а эта девочка думал, была Ксюша, представляешь? Нет. Спустя столько лет вот все выяснилось. Там мы встретились. Ну, на Версе радио, оно заближает, объединяет, все правильно. И объединяет. То есть ты ходил кругами, да? Вокруг было много людей. Да, я как-то ходил кругами, все аплодировали. Я просто не понял, кому, мне или девочке. Но я думаю, что все-таки мне. Ну и после этого ты решил, что ты хочешь быть артистом. Да, овации срывать, это нормально, считаю. Срывать овации и девочек, и быть в кругу внимания девочек. А особенно маленьких с колокольчиками. Ну, собственно, это и есть сейчас, да? То есть публика, к которой вы пришли. Собственно, публика, которая играет, она не изменила себе, мне кажется. Ну и как, по школьным временам-то ностальгируешь или... Абсолютно никакой ностальгии. Я вообще учился хорошо до 7 класса, потом я начал слушать панк-рок. Все изменилось в моей жизни. Прикольно, переломный был вот этот год, да? 93-й. Я именно помню, что в 93-м я из окна видел все эти танки, которые ехали в сторону Белого дома. Достаточно сюрреалистическое зрелище. Но тогда еще не было Инстаграма, поэтому тебе нечем это доказать, да? Да, да, просто думайте, что я вру, мне все равно. Окей, слушай, ну какие-нибудь... Зато я красиво рассказываю. Какие-нибудь, может быть, советы ты дашь нынешним выпускникам? Я не знаю, я хочу, чтобы побыстрее это все закончилось, и наступило лето, все школьники разъехались бы по своим дачам, и интернет стал бы свободнее. Еще же выпускные потом. Ой. Девушки вот красивых это... платьях, не трезвые, ходить петь. Твой вообще надо это... ловить момент. Это нам, я нам сегодня нам только одну видел, мадмуазель, которая выглядела лет на 25, но при этом шла с ленточкой выпускницы. Это была Анастасия Малейко. Да, это какая-то странная акселерация. Я не против, мне нравится. Почему нет? Петь, это была Анастасия Малейко или что? Или Елена Чёлкина. Или Чёлкина. Если бы я увидел Анастасию Малейко, я бы убежал на другую сторону улицы, наверное. Ты в школе курил? Когда ты в 7 классе начал курить? Хулиганил там? Вот, хулиганил я много, курить неправда. Я начал курить, первая моя сигарета была в 16 лет. Стекла бил в школе? Да, бил. Лица бил? Было дело. Как-то раз я высадил стекло, и папе пришлось моему приходить его вставлять. Меня отругали. Меня вообще очень часто в школе вызывали родители. Петь, сколько ходок к директору у тебя? У меня вот есть... Я боюсь, там столько ходок, что по жизни это светит. Я точно помню, у меня была ходка к директору, когда надо было какие-то затаскивать плазмы там нереальные ей в кабинет. Нужны были типа просто как грузчики школьники. И были ходки у меня уже, ну, за дело. К разрушениям. Я помню, нас, во-первых, заставляли ходить на лыжах зимой, да. Как и всех. Мне кажется, все хорошо, школьники... что не летом. Все школьники ненавидели вот эти лыжи. И я помню, один раз я шел по лыжам, ну, как бы, мы уже прошли по лыжам, и я шел по коридору школы с этими лыжами на плече в этот физкультурный зал, чтобы их туда поставить, и, естественно, зацепил лыжами там какой-то из цветков, который над потолком висел, вот, разбил горшок, разбил цветок, такая история. Лыжи не сломал. Лыжи? Да как, что с ними будет с лыжами? Лучше бы сломал лыжи. А я вот помню, на физкультуру вообще не ходил. Да, но я вот честно скажу, что я в 9 классе, по крайней мере, я просто приходил в школу и сразу шел на физкультуру. Играл там с ребятами баскетбол, волейбол, ну, во что играли, в то и играл. Когда меня уже вот вообще выгоняли из физкультурного зала, тогда я шел на свой урок. А так, по умолчанию, в 9 классе я просто сразу шел на физру. У нас физкультура заключалась в непонятной гимнастике, акробатике, крутить обручи, ленточки. Я очень возмущался и все время прогуливал какие-нибудь уроки. Ты прыгал через козло? Да. В школе или уже сейчас? В школе или сейчас, да. Прям сейчас прыгнул только что. Просто я думал, может... Была восьмиклассница, которая носила кожаные штаны. Естественно, она вызывала у нас бурю эмоций. Дашь телефончик? Да, да, хорошо. Но ей сейчас... Ладно, нормально. Вот, и... Она поняла, что столько же и ей... Ну да, да. В общем... Что-нибудь напоследок, Петь. Ну что, поздравляю, кстати, всех с праздником. Сегодня День труда на Ямайке. Да, да, да. Я очень удивлен, что на Ямайке оказывается... Просто. Ну что, я правильно понимаю, что у нас прямое включение из Рязани сейчас? Да, прямое включение. Да. Самый настоящий Рязани с вами, группа Силлау. Скажи, у вас в школу все закончили в группе? Почти, да. Почти. Закончил школу?
Да-да, я заканчивал школу. Саша закончил, например. Да, это очень даже неплохо. Ну окей, что-нибудь помните там про... Вообще, как в школе-то было, хорошо или плохо? По-разному было в школе. Скучаете? Нет, абсолютно нет. Я даже не знаю, ребят, в рязанских школах, ну, видимо, не так классно. Что вас там заставляет? А что, вам айпады не выдавали там на входе, как нам, москвичам, зажравшимся? В Рязани точно не выдавали айпады, не на входе. Скорее забирали. На входе. Проверяли сменку. Забирали, да, какие телефоны были. Siemens A35, вот, скорее всего, забирали. Ну да, сменка была в Ансе, да, у всех? Да. Я тут вижу афишку, что вы приезжаете к нам в Москву 11 июня, это правда? Да. Моя подруга Катрин. Моя подруга Катрин, да, замечательные ребята. Они, видимо, мы до этого играли 29-го в столице на день рождения группы «Лучший самый день». Вот ребята нас позвали, и там нас, я так понял, заметили ребята с Катрин, соответственно, тоже позвали нас 11 июня. Да, я вижу еще на фишке группу «Фиги». Мне кажется, это какая-то очень олдовая группа панковская. Еще, наверное, даже я в школе учился, когда они были прям известными панками. 70-х, ну, это, да? Прям про «Фиги», вот, насколько я помню, у меня, знаете, когда я совсем начинал слушать весь этот панк-рок, чертов. Ну да, то есть они уже там тогда... Такие кассеты там, знаете, что-то типа панки и все такое. Да, вот эти вот сборники. И к тому же вход-то бесплатный, да? Да. Будет надо еще так же группа. Начинать. Что у вас там происходит вообще? Как у вас там? Новый погода материал? Как? Не, я вообще про группу хотел спросить. Погода в группе или про дизайн? Про погоду в группе. Погода нормальная, пишем новый материал. Мы сейчас вернулись, у нас чуть-чуть обновился состав, и дабы он окреп и принял такое боевое крещение, мы прокатили по некоторым городам, были в Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Москве, отыграли, вот сейчас опять в Москву поедем. До этого, кстати, не играли в Рязани еще ни разу с никого. Ничего себе. Да, и здесь вот у нас будет тусовка, у нас здесь есть рок-клуб. Вот один. Мы не так давно приглашали в этом даже году, по-моему, группу в себе, в этот рок-клуб. Да, но лучше не будем. Знаешь, музыканты группы в себе предпочитают не вспоминать об этом концерте, потому что один из участников играл весь концерт на расстроенной гитаре и не слышал. Окей, ну а по поводу обновления состава, кто конкретно там у вас обновился, изменился? Ну, у нас новый басист Дмитрий и Ксения, новая вокалистка. Значит, что, у вас новый состав, соответственно, вы какой-то мутите новый материал, какие-нибудь релизы ожидаются в ближайшее время? Да, у нас будет EP, это минимум, вот мы планируем лоу-плей записать полноценный. EP, оно будет так называться, это минимум? А? Это название EP будет, это минимум? Нет, это минимум, это... То есть, ну, как бы наше желание по количеству треков. Okay. Минимум. Ну, это трек. Шутка была, если что, такая. Все это дело делается нашему туру, который пройдет в сентябре-октябре этого года. Вот мы напечатаем футболки прекрасные. Вот. У нас, кстати, есть множество тестов наклеек с нашей символикой и нашими лицами. А лето там, фестивали, открытые годы. Мы, кстати, вот 11 числа привезем множество наклеек. Все пользуются спросом, мы их раздаем. И все, короче, их берут, там, ну, кто-то на гаджет клеит, кто-то там еще кто-то отсидит. Ну окей, если я попаду все-таки в клуб, то я обязательно за наклеечкой к вам обращусь. Я тебе даже сам лично могу кидать. Отлично, договорились. А вот этот вот новый материал, он как-то будет отличаться от того, что было до этого, там, по звучанию, по стилистике? Да, будет, конечно же. Потому что, как бы, у нас каждый новый материал, каждая новая работа, она все качественнее и качественнее. Старайтесь к этому идти, чтобы у нас все было... намного лучше, чем на предыдущем релизе. Он будет там быстрее, будет жестче или наоборот, как-то вот такие какие-то прилагательные. Чуть-чуть, наверное, взрослее, потому что... Полярнее. Да, ну и на каждый по-своему увидит. Сейчас запишем. Кое-что, кстати, уже 11 числа сыграем, я думаю, одну-две вещи. Окей, значит, 11 июня, Grand Bourbon Street Club в Москве. Бесплатный концерт. Мы тоже наклеечки свои не забудьте обязательно. Концов, да. Мы придем забирать их. А мы придем со своими. Привет, друзья. Привет. Че, как дела-то? Слушай, да отлично. Белые ночи, как видишь у меня. Я вижу белые стены и белую дверь. Да. Вот, красавчик. В Питере это называется «Белые ночи». Вас всех водят за нос. Как у вас там выпускницы-то, выпускники там отдыхают? Слушай, наверное, отдыхают. Я стараюсь не выходить на улицу сейчас. В этот день? Но это опасно сейчас, да. Это, да, ты прав. Это, на самом деле, хуже, чем 2 августа. Избегать там фонтаны, парки, да. Вот не надо себе голосоваться. Да, особенно в центре. Нужно сразу до метро и скорее, чтобы никого не видеть. Лучше, да. Кстати, в метро... А то попросят, не пристанут и попросят купить им алкоголь. А ты ЕГЭ сдавал? Спросят у тебя. Да. Ты где ЕГЭ сдавал, да? Кому ЕГЭ сдавал? Сколько баллов, а? Да. Как у вас дела? У вас новый вокалист, как вы с ним там? Да, у нас новый вокалист, у нас с ним все хорошо.
Я надеюсь, что в ближайшее время у вас с ним тоже все будет отлично, потому что мы готовим убойное EP, оно должно выйти на следующей неделе, и я думаю, уже народ может его заценивать, уже ждать, волноваться. Я уже волнуюсь. Мы обещаем от себя, что это будет совсем другой материал, и это будет огненно, ребята. Это будет рок-н-ролл. Начали мы записывать его недавно, на прошлой неделе буквально мы все дописали, и на этой неделе мы сводим, еще немного дописываем вокал. Все в быстром режиме происходит, потому что мы хотим успеть до концерта 29 мая в клубе МОД. У нас пройдет концерт, где, собственно, мы представим и нового вокалиста, новые песни, все сразу, думаю, будут много какие-то новых элементы шоу, так называемые. В общем, будем всех ждать, кто из Питера, кто не из Питера, ждите EP, будет очень весело, очень интересно. Ну да, ну мы 29 числа, точнее не мы, а питерцы в клубе МОД услышат песню про Родиона? Про Родиона обязательно. Обязательно. Вы же помните эту историю. Вот. Да, я помню трек-лист московского концерта, вот реактив, который был. Да, у каждого свои кумиры, как говорит Юрий Кучеренко. Да, но мне показалось, что Юрий Кучеренко — это просто человек-бомба. Вот. Он прям заряжает позитивом. Я думаю, что шоу, наверное, будет во многом на него, да, опираться. На его может, шоу будет опираться на него. Он иногда настолько бомба, что заряжает прям себя, ломает струны гитары, входы Джейки, и последнюю песню, вот как раз Родион, может доигрывать уже где-то в толпе без инструментов. Подождите, но давайте вернемся к теме. Расскажи что-нибудь про школьные времена свои. Как ты, скучаешь? Слушай, да нет, не скучаю. Не скажу, что я скучаю. Взрослым гораздо веселее, если честно. Ну, надо сказать, что я из города Новороссийска, и так у нас там довольно тухлые школы были. Не могу похвастаться каким-то там беспечным диким угаром или еще чем-то. Ну, естественно, как представитель рок-движения я там отличался на фоне их. Там, помню, даже мы красили волосы в зеленый. Я тогда, помню, проколол себе первый раз ухо, за что директор хотел меня выгнать. Ну, и все последующие годы, собственно, я только наращивал мощь по протесту, да. Пупок потом пошел. Ну, пошел, да, но не у меня. Пошел пупок. Интересно, куда пошел, да. Слушай, ну по поводу концерта, который будет в МОДе, я, кстати, по-моему, видел у вас там где-то на стеночке, что какая-то есть возможность людям получить скидку, какие-то такие бонусы. Да, очень хитрая система за репост. Отлично, то есть люди должны вступить к вам, вступить в вашу группу, если они еще не вступили. Можно вступать и заходить на... Можно вступать, выходить, заходить снова, да. Правильно? Набирать скидку. Соответственно, там везде у нас зарепощена эта новость. Просто репостите себе на странице, мы будем вести учет и при входе обязательно по скидочке проведем без проблем. Слушай, а вот у тебя на аватарке ты в футболке в какой-то черно-белый, тоже это какой-то мерч какой-то группы. Я помню, что когда у нас был реактив, Капс мне говорил, что это какая-то мега крутая, мега перспективная группа сейчас, что их все котируют. Что это за команда? Слушай, это мои краснодарские друзья, это группа Штурм. Они играют что-то близко к техникал дэт-металлу. Не знаю, насколько они перспективны. Они ездили в туры, у них выходит периодически новый материал, который, ну, выбивается на самом деле из общей стилистики, и этим они уникальны. Вот. Они просто мои хорошие друзья, я люблю ходить в мерчи своих хороших знакомых, с которыми мы какое-то время в жизни провели. Да, но я видел на вот этом московском концерте реактива, ваш харизматичный бородатый гитарист тоже был в мерче одной из групп. Да, да, это была группа в себе. Мне кажется, он тоже любит ходить в мерче. Или он просто любит ходить. Вообще он решил, что его покажут по телевидению. Да, или он просто любит ходить в сухих футболках. Да. Вот, да, знаешь, есть у него такой фетиш. Да, ну, такой фетиш. В принципе, не упрекнешь его за этот фетиш. Капс всех уверяет, что перспективная группа вот эта вот. Да, перспективы есть. Да, очень прям убедительно он говорил, я помню об этом. Ну, вот, я его поддерживаю. Ну что, желаем вам удачи тогда 29 числа. Ждем от вас новый материал с новым вокалом. Да, новую информацию про концерты. Вот, лично нам понравился действительно новый вокал. Да, очень. Я даже, по-моему, писала это в вашей группе. Ребят, я могу вам сказать, что это абсолютно отличающийся вокал. Я еще играл с Антоном в группе Challenger до этого. У него масса идей, он просто гиперпозитивный музыкант, который быстро находит движение, быстро предлагает идеи. Он может приложить до 5 идей там, на один и тот же кусок. Из него это все фонтанирует, и у нас будет много аранжировок вокальных. Я уверен, что мы представим группу в новом свете, которую еще никто не видел. Это действительно интересно. Я его как вокалиста давно уважаю, и поэтому уверен, что он вам тоже всем понравится. Ну да, мы как вокалисты его уважаем недавно, вот, но мне кажется, что должно круто получиться, поэтому ждем от вас новостей. Спасибо еще раз, что позвонили.
Я сразу извиняюсь за качество связи, у меня какой-то совсем кошмар. Да нет, кстати, все в порядке. Из деревни звоню вам с айфона. Какое сочетание-то? Из деревни с айфона. А, подожди, а в деревне есть Wi-Fi или ты так ловишь? А в деревне есть айфон? Нет, Wi-Fi у меня нет, я вот через обычный интернет сижу. Значит, меня зовут Никита, я гитарист группы X-Ante. Вот. Да, собственно, что-то вышло новое. Ну, какой-то релиз, да, там был, мы видели. Да, сегодня ночью мы выпустили наш новый сингл. Это достаточно долгожданный для нас релиз. Первый сингл к нашему будущему альбому. Как называется сингл? Сингл получил название «Коснись меня рассветом». Ну да, я вижу, что набрал за меньше, чем за сутки уже больше сотни лайков ваш сингл, ваш вот этот пост-сингл ВКонтакте. Да, мы всю ночь сидели, распространяли. Да, но мне кажется, это неплохой результат. Мы ждем, на самом деле, больших результатов. Предыдущий наш сингл собрал больше 300 лайков, и надеемся, что этот сингл соберет еще больше. В целом, довольны сейчас нашим нынешним звучанием. Вот. Будем продолжать работать с тем же звукорежиссером. Надеемся, альбом все-таки в этом году мы выпустим. Понятно. А записывали вы как где этот трек? Записывали мы на студии в Москве, которая называется Destroy the Humanity. В этот раз нам там очень понравилась, хорошая студия. На самом деле, советую ее всем московским музыкантам, всем, кто играет в тяжелых стилях. Очень хорошая студия, хорошие звукорежиссеры, очень качественные. Ну что, я надеюсь, что вот этот новый релиз, он как-то еще дополнительно поможет вам найти барабанщика, потому что, во-первых, это хороший информационный повод, чтобы ваша группа много где там помелькала, а во-вторых, просто люди, может быть, оценят. Найдется чувак, который нормально с бочкой дружит. Да. Лучше с двумя. Спасибо, ребят. Тема была, ностальгируете ли вы по школьным временам? Вариант ответа: о да, было круто, нет, в школе мне было хреново, и я еще учусь в школе. Да, я еще учусь в школе, и так проголосовало небольшое количество людей. 60% людей проголосовали, что в школе было хреново, и не ностальгируют они по этим временам. Один из людей, проголосовавших за графу, что я еще учусь в школе, да, это вот людям за 30, барабанщик, да, группы «Каникулы маленькой панды». Делайте выводы. Ну а школа, ну, кстати, школа в школе разная, школы бывают разные. Школа жизни. Школа жизни, никто не отменял, да. Вот, насыщенный был сегодня эфир, много звонков, много общения. Да, фотографии от наших звонящих вы можете найти. Фотографии, а это новая, мне кажется, такая фишка. А сегодня еще Всемирный день черепахи. У нас сейчас такой поток бесполезной, записывайте информации, да. Записывайте. Записывайте. Ну, черепашки-ниндзя, я не знаю, я на полном серьезе подумываю себе набить одну из следующих татуировок черепашками-ниндзя. А вот со всеми четырем или вот я сейчас обдумаю. Предпочтения у меня были, предпочтения в мои школьные годы. Мне больше других нравился Микеланджело. Вот, но я не знаю, короче, может быть со всеми. Сейчас я уже как-то их так не делю.